шьем только в шлем. У нас в лицо ручкой, вот так, и в шлем нельзя. Вот, ты бьешь грудь, в живот ручкой, понятно? Ножка сбоку, так как на травматоре ходишь, ножки прямо вот так. Готов? Готов? Мы начнем чуть-чуть полегче. Пожимаем. Лёв, можешь посильней? Стоп! 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 Слушай меня внимательно. Стоп! Смотри, Ваня. Когда делаешь все хорошо, не переживай. Когда делаешь ножкой вот этой прямой, вот так, ты попадаешь сильно низко, попадаешь в пах, туда, куда нельзя. Понял? Надо в живой. Понял? Повыше стараться. Сюда, там где пояс, только выше пояс. Понял? Готовы? Удачи! Отлично. Выше ножкой. Сбоку ножкой тоже держи. Не забывай, да, хорошо. Ручки держать. Ножка туда, а потом ничего не нарушает. Хорошо. Хорошо. Аккуратнее в лицо ручки. Руками Лёва аккуратнее в лицо не делай. Хорошо. Ваня, ножкой сбоку. Вот, повыше пробуй. Шлем пробуй достать. Шлем. Ногой. Вот, да. Сбоку пробуй. Чисть. Лёва, молодец. Лёва, еще ножка в шлем. Вот так, малыш. А Майя, сделай в шлем, Майя, прямой. Вот так, хорошо. Вот это видео будет. А вертушку сделай. Давай попробуй, ничего страшного. Попробуй, как получится. Вот так, давай, давай, давай еще. Вот тут делай, поближе. Вот тут делай, делай. Вот так. Только выше ножку, давай. Пробуй. Ваня, отлично. Только в ногу не бьем. Давай еще вертушку попробуй. Давай, разворот. Разворот, удар. Разворот. Лёва, разворот. Лёва, разворот, говорю, удар ближе. Стоп, закончили. Молодцы, пожали руки. Алёнушка, там и есть еще одна стойка. Всё. А там? Я должна делать. Стоп, пожали руки.